Одесситы вновь выступили против повышения тарифов на проезд в маршрутных такси. Напомним, месяц назад, 7 ноября, горожане митинговали у стен мэрии. В этот раз на акцию пришло меньше людей, но все они по-прежнему настроены решительно. Далее Ксения Теора. Одесситы, недовольные действиями городской власти, не случайно выбрали местом сбора именно памятник Дюку де Ришелье. Это знаковая фигура в истории города. Чего не скажешь о Костусеве, который буквально наступает на горло горожанам. Теперь его команда всячески способствует повышению цен на маршрутке. Цены значительно выросли по всем показателям, и на продукты питания, и на одежду, выросли коммунальные услуги, растет аренда жилья. То есть, так как я приезжаю, я снимаю себе здесь жилье. Поэтому повышение цены на проезд, оно действительно значительно ударит по моему бюджету. Основной девиз акции – 2,50 и ни копейки больше. А пришли одесситы – похоронить 4 гривны. Возмущенные люди откуда-то узнали, что именно столько будет стоить проезд в маршрутных такси, начиная со следующего года. Пикетчики принесли с собой все похоронные атрибуты – свечки, цветы и венки. Горожане отметили, предыдущая акция 7 ноября дала результат, но не особо значимый. И на другий день директор департаменту транспорта та зв'язку Павло Стерлядов заявив, що 4 гривні такої ціни, власне, ніколи не планувалося. Але підвищення ціни буде і буде на 1 гривню. Власне кажучи, це підтвердив на другий день і генеральний директор Асоціації одеських перевізників. Таким образом, городская власть лишь сделала вид, что пойдет на уступки горожанам. Получается, чиновники Костусева оценивают мнение одесситов ровно в 50 копеек. Те, в свою очередь, не намерены сдаваться. В последующем люди готовы к радикальным действиям. Ксения Теора, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».